Всем доброе утро, ребята. Сегодня у нас вторая часть кроссаута. А я зеваю из-за того, что погода плохая что-то. Не верите, я вот. Сейчас, погодите. Ой, блин. Вот. Пипец полный, ребят. Вот здесь. Вот. Видите, все. Тут притоптано нафиг. Это я в деревне. Коза где-то там. Посмотрим. Ну, я не знаю. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы папа не потел, а не кусали комары. На пароде штаны из березовой коры, сразу папа запотел, а закусали комары. О, вот это да. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы папа не потел, не кусали комары. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы папа не потел, не кусали комары. Ой, чуть телек не упал. Гуляй, пойдем гулять. Да ё-моё. Ладно, короче, на это, в городе сниму. Ра-па-па. Ах, да, что я хотел спросить. Что тут спросить? А, ребят, пишите в комменты что-нибудь. Я не знаю, я буду отвечать на вопрос. Посмотрите видео, кто не подписан. И подпишитесь. Кстати, вы смотрели видео, повторите. Да мне это изи. Сегодня я поеду в батутный клуб со своим братом. Только брат сейчас на тренировках. Вы спросите, а чё я на тренировки не поехал? А чё? Я не записывался. Ой. Я, знаете, на что записался? На блогера. Нас там учат. Вот мой скин. Блин, Брадуси ее вчера поставил нахрен. Гуля, пойдем гулять. Буду тебе целовать. Девочка моя, разрывная. Ой, красивая, ой, нарядная. Вся на стиле ты, разрывная. Не ругай меня. Ой, блин, запелся что-то я. Ты же знаешь, я понятия. Гули, пойдем гулять. Буду тебя целовать. Девочка моя. Разрывная. Ой, красивая. Вся на стиле ты. Разрывная. Ладно, после этого я еще поиграть. В Брокленер вы можете зайти со мной поиграть. Кого есть. Вот. Вот мой скин. А вот. Играйте со мной. Так. Знаете, какая моя любимая транспорт? Правильно, коняшка. Коняшка-какашка. Да ё-моё. Как сесть? А, вот. Я люблю черную коняшку. Хоба! Нами. А, точно. Бобик.
тупик, я же Бобик написал. Ты же знаешь, я парень. Ой, это ламба. Все нормально, просто мама зашла в комнату, я не могу снимать так. Гуля, пойдем гулять. Вот жру тебя целовать. Ходи, ходи, ходи. Ангар для лошади. Опа. Да блин. Не, другую машину хочу. Вы не знаете, какая моя любимая машина? А я вот знаю. Ну логично. Это же моя машина, не ваша. Это из каких-то вот этих без звездочек. Вот. Вот посюда, вот так вот. Угадайте. Кто угадал, напишите в комменты. А моя любимая машина вот это. Сейчас. Вот это. Знаете почему? Во-первых, тут много места. Во-вторых, она выганута сейчас. Ладно, шучу, моя любимая машина из всех этих. Не здесь, которая, а вот это. Я хочу синий-синего богини. Он ожидает меня в магазине. У, ты же знаешь, я парень отчаянный. Гули-гули-гули, пойдем гулять. Буду-буду-буду тебе целовать. Тебя девочка моя, раз-раз-раз ровная. Ой, красивая, ой, закрыть надо. И зачем я закрыл? А то вдруг... Бобик! Такой, ты чё, охренел? О, камин. Не настоящий. Правильно? А, выгублю. И пойду погуляю. А, блин. Что это? А. Видите белый, как отражается? Страшно, пипец. Ставьте лайк, чтобы... Поставьте лайк, и у вас будет под подушкой вот этот. Вот такой же iPhone. Наверное, считай до трех. Раз, два, три. Молодец, если успел поставить лайк. Уи, погнали, уи, это ламба.
это гелик. Это бумага, а бумага это деньги. Hello kids, hello kids. Я молодой принц, hello. Я сияю ярко, будто дети веселых лиц. Радости на лицах, будем веселиться. А если кнопка красная, ей надо измениться на красную. Я хочу сказать, знаете, куда пропал Влад? Вы ищете, куда он пропал. Знаете, куда он пропал? Он говорил в ролике, я уже не помню, каком именно, когда у него были еще белые волосы. Он сказал, если я не выживу, то доверяю свой канал Гленту. И вы знаете, почему я это сказал, потому что он не выбрал. Земля, пуховик тебе. А вот сейчас нет. Куда машина пропала? Гули-гули-гули, пойдем гулять. Буду тебя целовать. Девочка моя. Увезу тебя к морю синему. Как скучно. Кто-то угнал мою машину, которая... House. Cover me. Thank you. Followers. Apologize. Okay, motherfucker. Fucker. Okay, motherfucker. Fucker, motherfucker. Почему Влад А4? Вот это? А Эдисон? Что вы выберете? Влада или Эдисона? Влад 4 блокирует. Я его все равно выберу. Василий 500 лошара выдаст Влад 4. Так. Ты ксо? Ладно, сейчас. Да почему? Вы же видели, я же написал. Ладно, на этом всем спасибо за просмотр. Всем пока.